Я измеряю силу тока и напряжения уже готовых приборов проектов, которые работают от солнечных батарей. Здесь меняются цвета светодиода. Зайцем также от солнечной батареи. Получилось, что сила тока, необходимая для работы чучела, составляет примерно 20 миллиампер. Я собрал схему по такому принципу. Днем солнечная батарея будет заряжать аккумуляторы. А в темное время суток, когда мне понадобится, я могу переключить выключатель, и тогда загорятся светодиоды, чтобы мы могли увидеть температуру на улице. Я также хочу сейчас сделать игрушку для кота. И я хочу посмотреть, сколько нужно приборам энергии, чтобы они работали. Да, игрушка для кота также будет работать от солнечной батареи, которая будет лежать на окне, допустим. И электричество, и сети из дома не понадобится.